17 апреля в Гомельском горосполкоме пройдет открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность. 4 лота, выставленные на торги, предназначены для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Самый дорогой участок находится на улице Джураева в районе водонасосной станции. Начальная стоимость – более 37 тысяч рублей. На втором месте лот на улице 1 Витебской, 68. Стартовая цена – почти 33 тысячи. Далее следует участок на улице Камышовой в районе жилого дома номер 20 с начальной стоимостью примерно 28 тысяч рублей. Самая низкая стартовая цена у участка, который находится в районе улицы Проселочной 12, без малого 19 тысяч рублей. Извещение с перечнем необходимых для участия в торгах документов доступно на сайте Гомель-ГИОДЭС-центра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 310948 или в Гомель-ГИОДЭС-центре по номеру 41 97 86.